Дорогие мои, с вами Кланова Аня. Это новинки 7-го каталога. Хотя смотрю я по 8-му каталогу, ну ничего страшного, думаю. Смотрите, тут у нас с вами идут такие вот наклеечки. Стоимость 149 рублей. Это парфюмерные татуировки Захрат Эль Сахра. И мы с вами сегодня их будем пробовать. Я заказала побольше, потому что мой детеныш-каноненыш младший, та, которая Викуська, ей скоро уже 9 лет, 2 августа будет. Она это все дело очень любит. Давайте с вами пробовать. Викуськи пока нет. Проэкспериментировать особо не на ком. Поэтому я вырежу одну вот такую штучку и сделаю ее себе на руку. Надеюсь, она не расстроится, что это произошло без нее. Не особо ровно, красиво. Попробуем с вами. Артикул 3826. И способ применения. Предварительно очистите кожу. Она должна быть сухая, без каких-либо кремов и масел. Второе. Вырезаем татуировку на выбор. Удаляем с нее прозрачную пленку. Третье. Располагаем татуировку на коже рисунком вниз. И смачиваем татуировку водой с помощью спонжа, прижимая рисунок к коже. Через 15-20 секунд мы с вами удаляем бумажную подложку и даем татуировке высохнуть. А для того, чтобы удалить татуировку с кожи, необходимо протереть ее маслом и подождать. Ну что ж, давайте убирать вот эту вот пленочку. Вот она тут такая маленькая, тоненькая. Будем накладывать. Ну, я не знаю даже куда. Давайте сделаем мне что-то типа браслета. Слушайте, она прям приклеивается. Надеюсь, ровно. Далее сейчас поставлю прям на пакете губку. Тоже все Faberlic Home. Вот это у нас с вами губка двухсторонняя с антибактериальным эффектом. Размер 13 на 3 на 9 сантиметров. Артикул у нее 910-075. Очень крутая губка. Специально для обзора распечатала новую. Она идет двухсторонняя. Очень хорошо ей стирать. Ну, давайте будем пробовать. Сейчас мы с вами прижмем все это дело. Посмотрим, что получится. Должно получиться красиво, я думаю. Вот тут вот что-то кончик не особо хочет прижиматься. Может, зря я его и намочила. Ну, посмотрим. Что так и не сделаешь, что так и не сделаешь. Так, 3-4, ну, 15-20 секунд прошло. Что-то у меня плохо приклеилось. Давайте попробуем что-то другое. Давайте с вами вырежем какую-нибудь маленькую штучку. Скорее всего, я плохо подержала, мало. Ну, сейчас увидим. Оставлю прям надолго, прижму посильней и посмотрим. Поторопилась, думала, в видео, может быть, скучно будет смотреть. И, скорее всего, не доприжала. Давайте вот сюда ее сделаем. Вот таким образом. Таким вот ромбиком. Сейчас смочим губку. Приклеили. Ну и будем держать. До этого очень хорошо татуировки переводились. Может быть, действительно, я плохо просто приклеила. Но первая потерпела неудачу. Хотя, можно сказать, я уже специалист по татуировкам в Faberlic. Потому что сколько татуировок я на Вику не переклеила. Это просто уже, я не знаю, не сосчитать, сколько упаковок. У нее прям было одно время такое прям увлечение. Она прям хотела вот это все дело. И, ой, конечно, было смешно над ней. Давайте будем смотреть. Не знаю, прошло, не прошло 20 секунд. Еще раз хочется мне посмотреть аннотацию перед этим делом. Способ применения. Очистите кожу. Должна быть сухая, без каких-либо кремов и масел. Вырежьте татуировку, удалите с нее прозрачную пленку. Расположите татуировку рисунком вниз. Вот что я, в принципе, и сделала. Но вот знаете, кстати, вот у этой бумаги она идет намного плотнее, нежели предыдущая. Потому что, наверное, парфюмерная из этого. Но действительно аромат есть, аромат классный. Через 15-20 секунд удалите бумажную подложку. Ой, ну, наверное, уже пора удалять, но я сейчас уже переживаю теперь. Пора, не пора удалять. Так. Ну, вот сейчас она уже сама начала отходить, эта бумажка. О, ура, получилось со второго раза. Так, ну, все, ждем, пока высохнет. Смотрите, какая красота. Угу. Ну, прикольно, прикольно.
Ну все, мне понравилось, у меня все получилось. Но первая, она тоже, видите, начала отходить, и я, скорее всего, просто, ну, не дотерпела немножко. Видите, вот она уже начала отходить, она очень сильно прилепляется, видите, но я, наверное, просто не дождалась по времени. И действительно, такой яркий аромат, прикольная штучка. Побежали с вами далее. Хэппи счастье — это у нас новые масла, новые натуральные эфирные масла. Кстати, Хэппи я тут абсолютно не нашла, не столь суть важно, главное, что есть упаковочка и главное, что есть нотация. Тут прям все круто, очень хорошо все это дело описано, как его применять, что с ним делать, прям очень подробнейшая нотация. Плюс я еще вставлю для вас ролик. Артикул 1343. Это у нас с вами композиция эфирных масел Хэппи. Она повышает настроение, заряжает энергией. Это яркий цитрусовый аромат, наполняет воодушевлением, ожиданием, счастливым моментом. Состоит из эфирных масел, оптимистичных цитрусов, нежной лаванды и герани. Ну что ж, посмотрим. Вот такой вот Хэппи. Вот такое вот счастье. Можно наносить его на виски, а можно наносить в ванночку 4-6 капель, можно нанести несколько капель в крем, или можно, например, в аромалампу. Вот у нас есть такая вот с вами аромалампа с артикулом 10079. Очень крутая лампа, я ее люблю. Она еще светится различными цветами. Ультразвуковой аромадиффузор для эфирных масел. Поэтому прям хорошо. Ну что ж, давайте пробовать. Оно идет с такой вот капелькой. Такое вот желтоватое, цитрусовое. Угу. Ну, приятно, приятно пахнет. Приятный очень такой аромат. И действительно чувствуется вот это вот кисленькие лимончики, апельсинчики. Действительно супер. Ну и вот он, тот самый аромадиффузор. Мы его, конечно же, открываем. Наливаем воды до максимального уровня. Капаем несколько капелек, сколько вот нам захочется. Кому-то посильнее, кому-то покрепче. Ну и вот тут есть кнопочка. Мы включаем. Он начинает, видите, этот дымочек. Он начинает истощать. Вот этот аромат источать, вернее, простите. И мигает разными цветами. И получается вкусно, клево и классно. Если вам Хэппи счастье, то вам сюда. Следующий аромат — чистота и защита. Это эфирное масло чайного дерева. 1344 у него идет артикул. Называется Теотрю. И вот тут сбоку, кстати, есть русские надписи, что очень-очень радует. Главное, коробочки не терять. Вот тут написано, что в составе лимон, апельсин, бергамот, грейпфрут, герань, лаванда и мандарин. Тут то же самое, но тут только масло чайного дерева. Получено из листьев и метод — паровая дистилляция. Вот такое вот маслице чайного дерева. Ну, оно больше успокаивает, обеззараживает, антисептик идет, усиливает иммунитет и все такое прочее. Это я люблю в детской включать. И люблю включать Викуське на ночь. У нас есть еще большие вот такие вот аромадиффузоры ультразвуковые. И я ей могу включить на ночь, и он сам вот тоже отключается, когда закончится, так же, как, в принципе, и этот. Он у меня то выключится, то не выключится, а тот уж точно выключается, и он прям большой. Особенно когда я чувствую, что ребенок вроде бы начал болеть, вроде бы нет, или она побывала в каком-то там, не знаю, театре кукол, еще что-то, там, конечно же, хочется, чтобы ребенок на всякий случай подышал, что-то типа ингаляции. Далее, лимон, он идет у нас с вами просто чисто лимон. 100% натуральное эфирное масло идет как одно из самых функциональных масел. Это сильный антиоксидант, который преображает тусклую кожу, освежает, очищает, обладает омолаживающим действием. Свежий цитрусовый аромат поднимает настроение, создает атмосферу, в которой хочется работать и творить. И вот тут как раз, дайте-ка я себе во время обзора лимончика покапаю. Хочется сказать, что действительно хочется наносить его и в крем, и на кожу, и усиливать действие любого крема, капать в ванную и так далее. И вот честно, я вот люблю по несколько штучек таких брать, поэтому я запасусь ими побольше. Для чего?
потому что в ванной должны стоять свои флакончики, в косметических свои флакончики, потому что туда-сюда капать, тоже бегать, таскать один и тот же флакончик не очень удобно. Лаванда одна из самых дорогущих. Вот у нее цена 799 рублей по цене каталога. Артикул 1341, у лимона 1340, а это 1341, это 1344, 1343. Все прям по порядку. 40 лимон, 41 лаванда, 43 хэппи, 44 эфирное масло чайного дерева. Даже запоминать удобно. Я обожаю лаванду. Обожаю масло лаванды и очень счастлива, что оно есть. Его можно использовать даже как антисептик. Но он еще и восстанавливает после косметических процедур, воздействия солнечного излучения и укусов насекомых. Заботится о раздраженной коже. Единственное, что когда вы выходите на солнечные процедуры, лаванду, вот она такая прозрачная, но лучше не наносить перед солнечными процедурами. Вообще все масла не нужно наносить перед солнечными процедурами. В общем, прям шикарно. Масла — это то, что действительно нужно и важно в каждый дом, в каждую семью. Также у нас с вами есть шариковым аппликатором, тоже суперский. Допустим, вот у нас Викуська закричит, я ее могу антистрессиком виски помазать. Ну, у нас особенная девочка, поэтому кричит она громко, нервничает прям ярко выраженно. Допустим, Gold Session, он укрепляет иммунитет. Можно помазать ребенку перед выходом на улицу. Легкость движения помогает при мышечной боли, физической нагрузке, синдроме компьютерной шеи и так далее. Тоже можно шейку помазать. Также идет аромамасло, тоже с шариковым аппликатором. Это идет для пробуждения чувственности, афродизиак называется, создает романтическую атмосферу, можно на ночь нанести перед романтическим ужином вместо какого-нибудь парфюмчика. Ясность мышления — это те, кто садится и работает, поэтому эфирные масла, ну, это вообще, мне кажется, самое-самое классное. Я очень счастлива, что сейчас все больше и больше ценится натуральное что-то, это важно. Аромио. Коллекция средств с натуральными эфирными маслами. Мы выбрали лучшие ингредиенты со всего мира и создали уникальные композиции, которые заботятся о вас. Словно прогулка по хвойному лесу, композиция «Релакс» снимает напряжение и восстанавливает жизненные силы. Эфирные масла сосны и можжевельника успокаивают разум. Лимон и бергамот запускают позитивные мысли. Во время умственной работы или учебы освежающая композиция «Ясное мышление» снимает напряжение и улучшает концентрацию внимания. Композиция «Поддержка иммунитета» заботится о вас в период холодов. Эфирные масла эвкалипта, сосны и шалфея повышают сопротивляемость организма простудным заболеваниям. Эфирные масла кипариса и кедра уменьшают мышечную боль после физической нагрузки, снижают усталость и возвращают легкость движений. А незабываемый вечер начинается с волнующей композиции «Афродизиак». Женственные ланг-ланг и пачули пробуждают чувственность и притягивают внимание. Аромио. Поддержка вашего здоровья и настроения. Далее у нас с вами поехала такая крутая новинка, как L-карнитин. Я сразу пару штучек выпила. Где-то такие капсулки. В этих капсулках есть порошочек, который можно, получается, раскрыть, посмотреть. Так, давайте аккуратненько. Вот высыпалась. Такой вот он желтенький порошочек. Получается, давайте-ка назад закроем. Вот, закрыли назад. Такой вот желтенький порошочек. На вкус я его, конечно, не пробовала, потому что капсулы можно целиком пить, поэтому я думаю, никаких проблем не будет. Тут 60 капсул. Ну и что они делают? Это биологическая активная добавка пищи. Это БАД. Была очень удивлена от того, что он вообще делает. Я даже про это не знала, вы представляете? Потому что недостаток L-карнитина в организме может являться
причиной лишнего веса и ожирения. Низкий уровень этого вещества лишает организма возможности воспользоваться максимальным количеством жирных кислот в качестве источника энергии, как во время физических нагрузок, так и в состоянии покоя, что приводит к сохранению жировой ткани и разрушению мышечной. И в результате ухудшается способность организма терять жир, замедляется обмен веществ и быстро наступает чувство усталости. Вот это БАД. Карнитин ускоряет перестройку энергетического обмена на расходование подкожной жировой клетчатки во время физической нагрузки. Это позволит запустить процесс расщепления жиров, которые карнитин будет доставлять в митохондрии для получения энергии. Значит, что он делает? Содержит витамины группы В, стимулирует активному жиросжиганию, стимулирует метаболические процессы в организме, способствует снижению уровня холестерина в крови. И L-карнитин тут идет 240 мг, витамин В6 в двух капсулах. Витамин В6 1,6 мг, витамин В2 1,28 и витамин В6 1,12 мг. 60 капсул, применять его нужно по одной капсуле два раза в день во время еды, поэтому это мы ставим на кухню, и кому нужно, тот будет пить. Я довольна, что я его приобрела, буду брать еще и еще, потому что если по две штуки в день, толстячки у нас все, и я, и дочка, в общем, мы все толстенькие, и, конечно, мы попьем, и потом в пустых баночках вам расскажем эффект. И вот состав. Кому нужен состав? Мой врач сказала, что состав хороший, ей очень понравился этот состав, и сказала, можете все пить. Разрешила пить маме, а у мамы инсулинозависимый сахарный диабет, поэтому тоже не могу это не сказать. Дальше. Что у нас еще из новинок? Это тоже пару баночек пока что взяла. Это кальциум К2. Биологически активная добавка пищи. Кальций К2. Он будет в каталоге 8.9. Каталог 8.9. Вот такая вот новиночка. Давайте же его сейчас смотреть, читать. Вот это биологически активная добавка к пище. Кальций укрепляет костную ткань и зубы. Кальций в симбиозе с витамином К2 положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Витамин К2 предотвращает возникновение холестериновых бляшек в сосудах, и витамин К2 улучшает усвоение кальция. Ну, вот такие вот капсулки. Там тоже внутри, я прям даже вижу, просвечивает порошочек. Как вы видите, тоже я вижу, что камера хорошо фокусирует, поэтому проблем нету. Не буду раскрывать, не буду вам показывать его уже. Получается, кальций — это наиболее распространенный минерал в теле человека. В организме взрослого его содержится около 1,12 кг. Около 99% кальция участвует в формировании и поддержании в нормальном состоянии костей и зубов. Он также участвует во многих жизненно важных процессах, протекающих в организме, и обеспечивает свертываемость крови, сокращение мышц, прохождение нервных импульсов, выброс гормонов и деление клеток. При длительном потреблении кальций, поступающий с продуктами питания, снижает риск развития некоторых заболеваний, таких как остеопороз, рак прямой кишки, артериальная гипертензия, избыточный вес. Однако полезные свойства кальция зачастую лучше проявляются в присутствии других веществ, таких как витамин D, белки, фосфор и фтор. Так, дальше, значит, что он делает? Укрепляет костную ткань. К2 активизирует производство важнейшего наряду с коллагеном белка, который повышает плотность костной ткани, предотвращает остеопороз и снижает риск переломов. Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, воздействие на белковое соединение. Витамин К2 предотвращает отложение кристаллов кальция на стенках сосудов. Он убирает излишки кальция из сосудов и распределяет их в более нужные места. Так, дальше улучшает усвоение кальция. Менохинон обеспечивает правильный метаболизм кальция, доставляет его по назначению в костную ткань, удерживает кальций в костях. Ничего себе, как интересно. Что особенно важно для людей старшего возраста, когда кальций стремительно начинает вымываться. А также К2 предотвращает его отложение в сосудах, почках, суставах. Ну, это, наверное, чтобы камней не было. Далее, значит, он предотвращает раннее старение, не допуская кальцификацию белка эластина, который отвечает за сохранение упругости и эластичности кожи. Витамин К2 улучшает ее структуру, препятствует преждевременному появлению морщин и тем самым поддерживает молодость. Ну, круто, ребят, круто. Употреблять взрослым по одной капсуле два раза в день во время еды. Ну, прям круто.
Я прям довольна, что у нас начали появляться именно сильные, хорошие БАДы, а не просто биологически активные добавочки. Вот состав, кому нужен состав, пожалуйста, я его распечатала на сайте. Серия Faberlic Phytopolis, производство Россия, 60 капсул по 580 мг. Вот, пожалуйста, можно поставить на паузу, можно почитать, чтобы все было вам понятно. Мало ли что-то где-то я упустила. Прям так как это новинка, первый раз на моем канале, я обнимаю подробнее. Дальше. Антипаразитарный комплекс я заказала много штучек. Много почему? Потому что он дополнительный источник, во-первых, рутина. Во-вторых, он очищает организм от широкого спектра паразитов и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Артикул 157.63. Мой врач сказала, что так как моя дочка ходит в бассейн и так далее, вот нам 8 лет, чтобы мы пили по 2 штучки на голодный желудок. Ну что ж, будем пить по 2 штучки на голодный желудок, по 1 штучке 2 раза в день, вернее. Артикул 157.63, поэтому я заказала, и она сказала, пропейте сами. Я говорю, а что, у нас что-то есть? Она говорит, всегда у всех все есть. Говорит, вот что бы вы ни делали, всегда у всех, говорит, все есть. Поэтому, говорит, удивляйтесь, не удивляйтесь, это будет. Ну, в общем, я... немножко в шоке, но это с одной стороны в шоке, с другой стороны, ну куда? Куда без этого? Все равно, если мы по курортам разъезжаем, в ресторанах кушаем, в гостиницах кушаем, все равно это неизбежно. Далее, К2-Д3, 208-115 для людей, имеющих вредные привычки, особенно после 30 лет, особенно живущих в пыльном городе, где-нибудь в центре, как мы, например. Это прям необходимо пить без перерыва. Одна штучка после еды. Все жиры, омега-3-6-9, омега-3 Форты вот у нас с вами есть, есть К2-Д3, ну и так далее. Мастоп, все жирные кислоты, особенно полиненасыщенные жирные кислоты, их пьют именно после еды. 208-115, он тоже идет с К2, поэтому это важно, это важно. Его лучше на ночь не пить, потому что он дает вот энергию. И я иногда могу пару штучек его выпить, чтобы он мне дал энергии, там, допустим, что-то сделать, что-то доработать, что-то доснять, если я чувствую, что я уже устала, например, или у меня какой-то созвон, какой-то вот, знаете, скачок энергии бывает. Ну и, конечно, Келп, мы уже с вами очень много раз обсуждали, его тут, наверное, даже уже и нету что-то в новинках, не показывают нам Келп. Ну ладно, Келп, это скажу от себя, это железо, это йод, это все из водорослей, это все круто и классно, тут тоже есть сколько-то кальция, но, как мне сказала мой врач, то, что лучше этот Келп пить после антипаразитарного комплекса. Артикул 157-55. Лучше его пить, потому что железо – это хорошая подпитка всех лишних жителей в организме. Поэтому знайте об этом, и это очень важно, по идее, знать и понимать. Вот потому что иногда самим себе можно навредить, а мой вот врач говорит, что вот этот Келп, он уже обалденный состав, очень хороший состав. Она его сразу же прописала моим родителям, моему ребенку. 8 лет ребенку, скоро 9, 2 августа будет. Она сразу же его прописала и сказала, что крутая, но пить его можно только после антипаразитарного комплекса. Так как антипаразитарный комплекс уже не новинка, и Виктория его уже пила 2 недели, она сказала антипаразитарный комплекс допить, и уже можно начинать Келп. Только тогда можно начинать Келп. А вообще, мои дорогие, 8-9 каталог бомба. Я буду заказывать все вот эти вот новинки. Новые кремы Green Karma обязательно закажу. Полностью переработанные, вот всякая тут косметика идет. Экологично, упаковка на 100% из переработанного пластика, это тоже приятно, все вы знаете, что мы пластик уже давным-давно сдаем, и вот из этого пластика, я так понимаю, сделано вот это все. Новая коллекция прикольная для девочек, есть с пандочкой, и да, и вот это у меня Викуська с удовольствием будет носить, почему сразу только для мальчиков. В общем, прикольная, прикольная коллекция, создала ее Юля Киприна, победитель премии в области экологии и ЗОЖ и блогер. Или не она ее создала. Ну, в общем, прикольно. Вот это мы с вами в новом видео посмотрим. Ну и, конечно, огромное количество. Вот если взять заднюю страницу, прям огромное количество новиночек, всяких вещей, всякой одежды. Тоже с вами будем все это дело смотреть. Посмотрите, сколько много. Я прям не могу. Действительно классно, действительно красиво. Вот еще у нас новая одежда появляется. Мне очень-очень нравится. Прям шикарно. Кроссовочки даже есть вот такие вот. Представляете, тигровые кроссовочки. Ну, в общем, прикольно. Много одежды и для детей.
и вообще куча новинок. Прям обожаю компанию, всегда балуют нас новиночками. Ну что ж, мои дорогие, это были новинки, часть вторая, снимаю все подряд, поэтому долго получается, новинок много в этом каталоге. В следующем каталоге у нас с вами пойдут очки, гели для душа и так далее, поедем.